В Твери ведется благоустройство знаковых зон отдыха. Благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда» в этом году приведут в порядок площадь возле стелы «Город воинской славы», сквер на площади Михаила Тверского и две зоны отдыха в Московском районе. Глава города Алексей Огоньков провел инспекционную поездку по объектам ремонта. Подробнее об этом расскажет Ирина Синягина. Долгое время площадь возле стелы «Город воинской славы» разрушалась из-за воздействия погоды и спортсменов-экстремалов. Сейчас у них появилась новая площадка в Парке Победы. А стелу, как дань памяти погибшим воинам, необходимо привести в порядок, тем более в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Говоря о том, о высоком звании города воинской славы и, конечно, ее основной символ, мы просто были обязаны привести в порядок. Брусчатка была вся разбита, и то, что мы делаем сейчас, мы закладываем на долгое время вперед. То есть применяется гранитная брусчатка для того, чтобы сделать все капитально, меняются фонтаны, меняются их основания. Подрядная организация работает с опережением графика, чтобы завершить объект, пока погода остается теплая. Закончите чуть быстрее, но все-таки важно очень именно только качество. Зиму и морозы за этими качества не получим. Хорошо. Да. Поэтому, если что-то возникает вопросы, вы сразу говорите для того, чтобы мы могли реагировать. Вопросы качества на первом месяце. Еще один знаковый объект – сквер на площади Михаила Тверского. Чтобы работа была комплексной, отремонтируют не только эту территорию, но и ведущую к ней улицу Андрея Дементьева. Так у города появится комфортный исторический квартал, где смогут гулять горожане и куда не стыдно привести туристов. Демонтируется вся плитка тротуарная и будет укладываться брусчатка гранитная 100 на 100. Гранит – это природный камень. Он на стираемости лучше, как бы тверже намного. Ну и красивей природа. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды будет также выполнено благоустройство зоны отдыха в микрорайоне Южный, сквера в поселке Химинститута. Будут проведены работы по внедрению системы интеллектуального освещения и видеонаблюдения на бульваре Цанова и на аллее Славы, чтобы город преображался не только в центре, но и в отдаленных районах.